Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль. Цена, стоимость бандероли не указана. Что это, также не указано. Сейчас распечатаем и посмотрим, что нам пришло. Так как я и предполагал, это пылесос. Заказывал я уже неоднократно такой пылесос и получил только вот в этот раз. Вот такие насадочки к нему. Работает пылесос от USB. Вот как он работает. Так, вот я его подключил. Пылесос работает, но как он выключается, непонятно. Вот такие насадочки. Вот здесь какой-то. Непонятно, тумблер это или что. И подсветочка. Давайте еще раз включим, попробуем. Так, сейчас одну секунду. Бросим пару мелких. Мелкого мусора. И попробуем пылесосить ли он. Будет ли он втягивать его. Непонятно, втягивает он. Да, что-то еще. Ну, я думаю, пыль соберет с ноутбука. Вот так вот он в середине там. В общем, не знаю, но по-моему это ерунда полная. Стоимость его до $2, точно цену не помню. Вот такая вот еще насадочка. В общем, буду пробовать, как он будет очищать пыль с ноутбука, к примеру. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.